Всем привет! Решил записать обзор на выжигатель нехромовой проволокой Пирогов Прометей. Вот так вот он выглядит. Ранее я уже записывал обзор, но это была другая модель. Сейчас я немного усовершенствовал. Выжигатель он профессиональный, два в одном. Выжигать может он как труной, так и классическим пирографом, как и ручка. Вот. Так вот он выглядит. Сейчас я подробненько расскажу о нем. Так, ну что здесь в нем? На передней панели здесь у него включение на резак для нехромовой проволоки, включение отдельно включается, и включение для выжигателя пирограф, то есть обычный нехромовой петлей классический. Вот здесь также выход на пирограф. А здесь выход на струну, провода. Наматываются на специальный крепеж для того, чтобы не болтались. Вот. И сверху имеются защелки, на которые они защелкиваются, на клипсы. Так, здесь ручка сверху также имеется. Сзади, на задней панели, вентилятор охлаждения, включение 220 вольт, сеть и тумблер включения. Так. Встроен на трансформаторе, установлен защита 95 градусов. То есть, если при перегреве свыше 95 градусов трансформатор отключается, и после того, как он остынет, он опять включается. Но как только трансформатор выключится, вентилятор не выключается. Он постоянно охлаждает этот трансформатор. Вот. Также на этих вот ручках для выжигания струной здесь есть уже кнопочка. Встроена кнопка. Нажав на нее, предварительно включив тумблер под резак, чтобы пошел сюда ток, нажимаем на кнопку, спираль будет разогреваться. Отпустили кнопку, спираль остывает. Нажатие вот этой кнопкой на ручке включается трансформатор. Как только мы отпустили кнопку на ручке, трансформатор тоже выключается. Это плюс тому, что он, трансформатор, не перегревается в момент того, пока мы выжигаем. И пока мы не выжигаем, трансформатор отключается. На предыдущей версии выжигателя такого не было. То есть здесь кнопка была, ни она не отключала трансформатор. Она только включала выжигание. В данный момент она отключает и трансформатор, и прекращает выжигание. То есть трансформатор не перегревается в момент холостого, пока вы не выжигаете. Трансформатор в это время не перегревается. Потому как трансформатор, даже если не выжигая, он включен, все равно будет перегреваться. Вот. Также сделано таким же образом и на пирографе. На кнопке выжигания нажали и держим. Нить раскалится до красна. Трансформатор работает. Отпустили кнопку. Нить остыла, и трансформатор тоже выключился одновременно. То есть трансформатор не будет перегреваться в это время. Вентилятор будет его охлаждать постоянно. Вот.
что входит в комплект данного выжигателя. Это нехромовая спираль. Ее растягивают, и нужное количество отрезается кусачками. Достаточно 45-50 сантиметров вот такой струнной проволоки. Вот здесь где-то около 50, может быть, таких отрезков по 50 сантиметров. Вот. Также от нее можно отрезать и делать петли для классического выжигателя, для пирографа. Можно делать разные узоры, гнуть, и получится уже готовый узор. Не обязательно его вырисовывать обычной петлей. Вот таким вот образом. Также в комплект входит карандаш для зарисовки каких-то рисунков для выжигания. На деревянное входит деревянная вот эта вот заготовочка для пробы. Комплект. И также входит в комплект дополнительные. Это крепеж этой вот петли для пирографа. Так как здесь винтики очень тонкие, и резьба в них при сильном затягивании может сорваться, поэтому лучше сильно не затягивать. Не применять больших усилий при затяжке этой вот петли. Вот. Тогда они прослужат дольше. Ну, так в комплект ложу для на всякий случай. Где их взять в будущем? Вот из таких кабельных стяжек. Кабельная колодка, точнее сказать. Продается она в электрических магазинах электротоваров. Стоит недорого. Так, ну сейчас мы включим, проверим, как работает наш выжигатель. Продемонстрируем. Включаем в сеть. Включаем вилку сетевую в разъем сети. Включаем тумблер. Тумблер загорелся, лампочка, и начал работать вентилятор. Выдувает оттуда теплый воздух. Из этих решеток всасывает воздух вентиляционных, а здесь выбрасывает теплый. Так, проверим пирограф. Для того, чтобы запустить пирограф, нужно нажать на клавишу пирографа. Только после этого заработает нить раскалиться. Нажимаем и удерживаем. Вот она раскалилась до красна. Отпустили, остыла. Если мы выключим здесь, нажимаем, он работать не будет, не раскаляется. Трансформатор работает, гудит, можно слышать при нажатии на кнопку, но нить не раскаляется. Это сделано для того, чтобы при использовании струны нехромовой проволоки, при выжигании нехромовой проволокой, не включался одновременно и пирограф, не раскалялся в них. Поэтому отдельно включатель сделал, чтобы включалось либо это отдельно. Так, ну сейчас мы проверим, включили. Вот она раскалилась. Здесь у меня прикреплен уже не спираль, а узор зубчатый такой. Вот на этом пирографе. И сейчас мы сделаем узор, выжгем на деревяшке.
Вот. Видим, что узор. Зубчатый узор. По краю выжигается. Так. Выключаем пирограф, берем рукоятки для выжигания струной, прикрепляем, здесь есть для удобства барашки сделаны. Откручиваем, вставляем один конец нехромовой проволоки, закручиваем. Следующие ручки точно так же. Включаем на клавишу пирограф, нажимаем кнопку, и нить раскаляется. Вот она, видно, у нас раскалилась до красна. Открутили, она потемнела, остыла. Нажали, вот она раскаляется до красна. Как она работает? Вот одну ручку можно как груз использовать, то есть она тяжеленькая, и другой рукой уже проводить рез вот таким образом. Отрезаем в нужном нам разрисованном узоре, как нужно. Он режет как лоблик. Все, вот мы выпилили, сделали пропил, можно видеть. Такой пропил. На этом все. Все, что я хотел рассказать, рассказал. Выключаем. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео. Ну, все, до свидания.